Эх, сейчас бы коньки. Я дошел до отдела по борьбе с киберпреступностью, но чтобы туда войти, мне потребуется ключ-карта. В соседней комнате пост охраны, у них она должна быть, но чтобы туда попасть, придется использовать терминал. Рядом есть детекторы движения? Один вижу. Наверное, я смогу с их помощью включить питание. Но, Дарвин, напрямую это сделать не получится. Придется преломлять или отражать лучи. Это будет непросто. А что сегодня было просто, Хуарес? Включите терминал с помощью детектора движения и откройте доступ к охранному пульту. Ugh!
как круто! Круто! Thank you.
восходящей связи должны быть там, рядом с этим... Вы двое начинаете мне надоедать. Видите ли, сейчас я не могу позволить себе проиграть. Мистер Сейбор загнан моими машинами в угол. Не волнуйся, когда они до него доберутся, все кончится очень быстро. Поговори, поговори, Инч. Похоже, это ты тут начинаешь нервничать. Люблю космическую эру.
Я подключил свой тепловизор к системе безопасности. Отлично. Погоди. Я нашла Сейбера. Он недалеко, двумя этажами ниже. Я открыла офис, ты сможешь войти. Но чтобы добраться до него вовремя, придется снова выйти наружу. Вперед, наружу? Бластер, ты там? Я думал, ты подыщешь для меня шахту. Простите, ни одной вентиляционной шахты рядом. Вперед, твой коронный номер. Хорошо. Иду один на один с пылесосом. Вот как надо убираться.